Бенгальского тигренка, родившегося в Чебоксарах, назовут Лео. Такое имя выбрали в ходе всенародного опроса. Имя тигренку пользователи социальных сетей выбирали из 9 предложенных вариантов, среди которых Аван, Тайфун, Сайхан и даже Чебрик. За Лео проголосовали более 170 человек. Тигренок пробудет в Чебоксарах до 28 июля. На публике новорожденного артиста можно будет увидеть не раньше, чем через год, когда начнется дрессировка. В цирке нашему каналу сообщили, что тигренок и его мама чувствуют себя хорошо.